Сегодня об успешном старте говорили в Национальной академии наук. 9 космонавтов из США, Китая, Германии, Франции и России прибыли в Минск, чтобы поучаствовать в подготовке к Международному космическому конгрессу. В сентябре в Беларусь приедут 1500 космонавтов со всего мира. Наша главная цель визита в Минск – спланировать программу Конгресса, который пройдет здесь в сентябре. Ежегодно в нем принимают участие более 100 космонавтов, астронавтов и тайконавтов из более чем 20 государств. Право провести 31-й Международный космический конгресс Беларусь получила во французской Тулузе год назад.